Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня будет обзор заказа по 12-му каталогу. И хочу сказать, что проблема с пакетами так и не решилась, но, насколько я знаю, к концу 12-й кампании пакеты все-таки будут в Avon, и все нормализуется. Пакеты ввели новые, говорят, что они очень классные. Но все-таки я считаю, что вот эта история вся с пакетами, она как минимум странная. Второе, что мне наконец-то прислали фокус, поэтому мы с вами после заказа полистаем не только новый каталог с распродажей, но и с фокусом. Так что это такие, знаете, спойлеры наперед, как говорится. Почему бы не рассказать о планах, да? Ну и давайте сам 12-й каталог покажу. Здесь была новая помада, и за заказ в этом каталоге можно было получить приз. Я выполнила и то, и другое. У меня есть две новые помады в этом каталоге, и я получила приз. Но давайте начнем с классики. Какой же заказ без пен? Это шоколад и апельсин, и у меня пахнет вся коробка этой пены. То есть, ну, все нормально, она запечатанная, просто аромат очень-очень выраженный. 310 рублей эта пена стоила, и подружка у меня покупает ее уже, наверное, раз четвертый. Она покупала всегда в маленьком объеме, тут психанула и купила уже в большом. Говорит, что это лучшая пена в Avon, но на самом деле я даже спорить с ней не собираюсь, потому что реально пены классные. Единственное, что, конечно, по аромату тут дело вкуса, поэтому кому какие нравятся. Дальше у меня два таких огромных тоже геля для душа в объеме 700 мл. Они, кстати, были какое-то время 750, сейчас 700. У меня муж сейчас заканчивает вот эту энергию океана, вот столько у него осталось. Девочки, у кого у мужчин, у мужей, у отцов большой расход геля для душа, я всегда рекомендую покупать вот такие бутылки. Намного комфортнее, экономичнее и много просто не выльешь на самом деле на себя, потому что дозирована очень хорошая помпа здесь, и вообще гели для душа Avon мужские, мне кажется, мне ароматы нравятся даже больше, чем женские, хотя женские мне тоже нравятся, они не сушат кожу. Единственное, что я не рекомендовала все-таки их использовать как шампуни, но если только у мужчин совсем короткие волосы. У меня муж использует конкретно как гель для душа. Так, что касается цены, они стоили по 230 рублей. Дальше, освежающая кислородная мицеллярная вода от Clear Skin каждый день для всех типов кожи. Ничего не могу сказать о ней. Единственное, что хочу сказать, что очень многие мне написали, у меня был конкурс, я спрашивала про скрабы, и очень многие мне написали, что пользуются мицеллярным скрабом от Avon. Я, кстати, хочу его попробовать, потому что я не пробовала. 129 рублей стоила эта мицеллярка. Также у меня купили охлаждающий спрей мята и алоэ с экстрактом мята и алоэ, и он что-то стоил вообще не очень дешево, 175 рублей за 100 мл. Но эти спреи хорошие, я сама их люблю и покупаю мужу. Дальше давайте пройдемся по декоративочке. У меня приобрели лайнер для бровей Tattoo Effect. Так, давайте я скажу, в каком оттенке. Light Brown. Light Brown, значит, шел этот лайнер в коробочке. Очень неплохой лайнер, я слышала на него очень хорошие отзывы. Единственное, что я знаю, что он наносится, и первые там 30 секунд он с рыжиной. Нужно дождаться, пока он высохнет. У него очень хорошая кисть, которая прекрасно прокрашивает брови. И вообще очень хвалят эти лайнеры. И девочки ими очень-очень довольны. Поэтому надеюсь, что клиентка тоже останется довольна. 329 рублей этот лайнер стоил. И я буду ее предупреждать о том, что не нужно, в общем-то, обращать внимание там первую минуту на то, как он лег на бровки. Нужно немножечко подождать, немножечко. Дальше. Также у меня приобрели подводку черную. Это у нас подводка, которая называется, слушайте, как обычно... супер длина акцент. Подружка у меня ее приобретает уже не первый раз, и, по-моему, даже уже не второй. Очень красиво она делает с ними стрелочки. А вообще, если честно, я хочу сказать, что чаще всего красота стрелок зависит не от подводок, а от того, как у тебя и откуда у тебя растут ручки. Такая подводка есть и у меня. У меня такие красивые стрелки, как у подруги, не получаются. Но сама по себе подводка очень хорошая, неплохая. И с учетом того, что она пользуется спросом, говорит о том, что она не только для меня неплохая. 270 рублей. Также
У меня купили тушь. Слушайте, ну Супершок, ну просто в каком-то она обычно, они как обычно что-то меняют. 189 рублей. И она, знаете, в каком оттенке? Она в оттенке фиолетовом. Тут необычный оттенок. Очень жалко, что не могу ее показать вам. Она была в этом каталоге представлена в таком оттенке. Подружка тоже заказала. Дальше у меня приобрели лак, голубую, очень долго тоже советовалась со мной подруга, спрашивала, брать, не брать, она была по очень хорошей цене, 700 рублей, но нужно было выполнить условия, она спросила, можно мне не выполнять, конечно, какие вопросы могут быть, естественно, я, если честно, хочу сказать, что я всегда разрешаю, особенно постоянным клиентам, то есть моим подругам, а потому что там при такая цена только в том случае, если ты наберешь заказ на 450 рублей. У меня в любом случае набирался заказ на эту сумму, поэтому спокойно закрываю на это глаза. Дальше. Давайте приступим к самому интересному. Появилась новая жидкая помада «Суперстойкость. Эффект только накрасила». И у меня заказала подружка и заказала я. Значит, она заказала у меня в оттенке «Нон-стоп нюд». Я его могу вам показать просто, ну, только коробочку могу вам показать. На самом деле в каталоге она выглядит, слушайте, давайте даже вместе с вами, она выглядит как-то поярче. Но это все-таки коробочка, а не свотч, поэтому, видите, она так тускнее, что ли. Ну, в общем, ладно, вопрос не в том. 350 рублей стоила помада. И при покупке любой помады можно было заказать за 30 рублей Viva La Vida. Естественно, конечно же. Как же мы без этой водички? Она тоже в заказ у меня вошла. Что касается помад, на них при покупке двух была скидка 40%. И они получились по 209 рублей. Да, по 209 рублей каждая. А вот на водичке, сейчас я вам скажу, наверное, сейчас скажу точно, потому что я не посмотрела. 30 рублей, да, на них не было скидок, по 30 рублей просто. Так, ну и я себе заказала в оттенке Run on Rouge. На русском она звучит «Нежная клубника». Я специально только получила заказ, сразу нанесла ее на губы. Я сейчас вам покажу свотч. Она, во-первых, она совсем не нежная. И если говорить даже не о свотче, а просто... Ну, хотя, вы знаете... Такой очень сочный, очень летний аромат, но... Давайте. Очень, кстати, необычный аппликатор. И нет ограничителя, как будто такое ощущение. Аппликатор очень мягкий. Смотрите, какая она. Прямо, ну, конечно, очень плотная. Вообще супер нанесение, пигментация. Нежная, приятная. На первый взгляд. Я ее нанесла, и первую минуту, наверное, у меня даже как-то губы, знаете, склеивались. Думаю, интересно, интересно. Запах, кстати, очень приятный, запах такой сладенький. Но после минуты, даже после двух, она очень сильно забилась во все трещинки губ. Очень некрасиво высохла и безумно стянула губы. Ощущение какого-то тинта вот этого самого дешевого и граница губ и вот внешние губы, знаете, очень ярко выделена, очень сухо, неприятно, хочется пойти и скорее ее смыть. Правда, я покушала с ней, она не смылась, то есть она реально стойкая, но безумно сушит губы, и прошлая жидкая помада в разы, просто в разы лучше качества. Мне качество не понравилось, я от этой помады буду избавляться, потому что я очень не люблю дискомфортные помады, какой бы ни был у нее оттенок, я не готова терпеть и не рекомендую вам эту помадку, к сожалению. Дальше, естественно, у меня тоже Viva La Vida водичка, ну и
Кульминация этого заказа — это то, что можно было заказать подарок. Я брошюрку это не взяла, но все знают, что можно было заказать подарок. На выбор была водичка Celebr с разными масками. Я не помню, я выбрала, кстати, там надо было набрать код, и, по-моему, такая или такая. Я бы хотела гидрогелевую, но мне прислали, в общем, водичку Celebr и тканевую. Ну, в принципе, без разницы, тканевая тоже неплохая. И я сейчас скажу, по какой цене. За 50 рублей мне пришла. В зависимости от того, на какую сумму у вас заказ, можно было за 100, за 50 и что-то там совсем дешево. Третья цена. Сейчас скажу. За 1, наверное, рубль. Вот, тоже спойлер, в 13-м каталоге будет опять такая же акция. Молодцы, Avon. Кстати, вода Celebr очень неплохая, но я, наверное, ее тоже кому-то буду дарить, потому что очень яркий аромат, чересчур для меня яркий, но приятный на самом деле. Цветочный, я люблю такие ароматы. Кстати, почему-то здесь не указаны ноты. Вот такой у меня был заказ. Немножко расстроила меня эта помада, я ожидала лучшего качества, честно скажу. И за такие деньги Avon, кстати, расстраивает меня лично. Ну, надеюсь, что вас не расстроил мой заказик. И давайте скорее листать новый каталог, смотреть все новые акции и предложения и, конечно же, фокус. Всех жду в следующем видео. Спасибо за просмотр.